Эти 100 миллионов были переведены из Минотавра и теперь курсируют по всему миру. Они специально пытаются запутать следы перед тем, как окончательно вывести в офшоры. Если только кто-то не перехватит их. Я хотел бы предложить вам некоторое сотрудничество, господин Пьяцца. Благодарю вас, но я сейчас очень спешу. У меня назначена важная встреча. Комиссар Валерио Ди Лео. Что я такого натворил, комиссар? Что? И не обнимешь? Ну, как расследование? Есть что-то по делу клана Караби? К сожалению, у нас пока ничего. Вы следите за адвокатшей? Она с кем-то встречалась? Ни с кем. Помоги мне, Майя. Очень жаль, но я не могу. Но почему? Он же твой дядя! Тихо! Майя – второе лицо у Караби, и Ондрина выводит в Милан миллиарды. Папа, это плохие люди. Хуже не бывает. Где деньги? Где наши деньги? Перережь их, как свиней. Пусть прольется кровь всех Караби! У тебя есть 48 часов, чтобы сдать хакера и вернуть Стоянов. Говори, где бабки? Держись! Они покойники. Нас призвали на совет. Будешь представлять нашу семью. Жаль, я не знал своего отца. Он считал себя умнее всех, поэтому его и убили. А разве это не так?